Здравствуйте, уважаемые друзья и зрители нашего канала. Сегодня я хочу вам зачитать актуальные вакансии в Финляндии. Также я хочу вам напомнить о том, что наша компания занимается официальным трудоустройством для граждан из бывшего СНГ на территории Финляндии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии, а также в некоторых случаях и в других странах Европы, в том числе Канаде и США. Итак, для того, чтобы вам официально трудоустроиться в Финляндии, получить въездную рабочую визу, для этого потребуется соблюсти ряд критериев, которые выставляет финское законодательство. На данный момент у нас существует несколько востребованных вакансий, и сейчас я озвучу, какие требования для них необходимых. Итак, первая вакансия – это сварщика. Для того, чтобы официально трудоустроиться сварщиком, вам потребуется диплом об образовании. Также опыт работы не менее 3 лет – это обязательный пункт. Далее – умение читать и понимать чертежи. Дальше обязательное условие – это без вредных привычек. Знание английского языка на хорошем разговорном уровне. А также, если вы будете владеть финским языком или как минимум начнете его изучать, это будет, несомненно, вашим преимуществом. Значит, далее, что взамен дает работодатель, это заработная плата 14,5 евро брутто в час, плюс сюда входит весь социальный пакет, социальное обеспечение, да, это медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и все, что будет сопровождаться с официальным трудоустройством. Это была первая вакансия. Дальше требуется помощник медсестры или опекун. Значит, какие требования необходимы? Первое, это диплом о медицинском образовании. Обязательный опыт работы от 4 лет. Знание английского или финского на хорошем разговорном и письменном уровне, то есть либо один язык, либо второй. Физическая и эмоциональная выносливость, также без вредных привычек и высокая культура общения. Здесь вот делает акцент на этом работодатель. Значит, что входит в обязанности? В обязанности входит уход за клиентами, документооборот, ну и, соответственно, еще ряд действий, которые будет далее уже запрашивать работодатель, которые связаны с этой профессией, да, то есть это помощник медсестры или опекун. Значит, заработная плата здесь составляет от 10,5 евро в час, рабочее время составляет 8 часов смена, и также сюда входит полный социальный пакет, который предполагает финское законодательство, да, при официальном трудоустройстве. Далее, это третья и последняя вакансия, это работник строительных работ. То есть, ну, это получается, что работник на стройку, но при этом диплом обязательный, да, то есть диплом строителя или здесь можем рассмотреть какую-то аналогичную специальность, которая связана со строительной деятельностью. Опыт работы не менее 5 лет, умение читать и понимать строительную документацию, чертежи. Значит, обязательно работодатель требует ответственность, умение работать в команде, физическая выносливость, без вредных привычек, знание английского языка на хорошем разговорном уровне. А если знаете финский, на любом уровне это будет ваше преимущество. Значит, заработная плата идет 15 евро в час брутто, 8-часовой рабочий день. Вот на данный момент это 3 актуальные вакансии, то есть 2 из них подходят мужчинам и 1 из них женщинам.
То есть, если вы соответствуете данным критериям, пожалуйста, напишите нам по номеру телефона, который будет указан на этом экране. Также вы можете оставлять ваши заявки на нашем сайте, который будет указан под этим видео. Мы обязательно с вами свяжемся. Также я хочу напомнить, что если по каким-то критериям вы не подходите под эти вакансии, но вы хотите попробовать себя, хотите попробовать работать за границей, мы также можем предложить вам вакансии в Чехии, в Польше, также у нас имеются вакансии в Латвии и в Литве. И также я хочу вам рассказать о том, что есть очень интересное направление, такое как Канада. По этому направлению мы также занимаемся подбором работодателя, но основной критерий там будет это знание английского языка и наличие опыта работы, подтвержденного документально. Так, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Здесь впереди вы еще услышите много всего интересного. Ставьте лайки. Ну а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всем пока.